Да. 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 Он тут? Да. В смысле, там вот за столом сидит? Ты на кровати? Ну да. Угу. Кстати, все хотел спросить, все забывал. Интересно, а как вот они, подожди, типа, Сандра и он, они братья, брат с сестрой? Или это от разных браков? Разных? Нет. Нет. А, брат с сестрой. Ну да. Они хорошо общаются между собой? Относительно. Ну а. Так, стрим я включил. Сейчас приду. Окей. Я пойду кофе себе поставлю. Чайник. Ну это быстро все. Одну минуту. Тарелку еще есть. Как вообще твое самочувствие? Ну ладно, хорошо. Ой, Масик. Блядь, завтра опять на работу, ё-моё. Кстати, послезавтра у тебя как? За маму иду,
а потом не знаю, потому что та работа, куда я должна идти, там подтвержденный ковид. И типа, если в пятницу будет отрицательный результат, то я пойду. А если еще будет, то я не иду. Но с полвосьмого я иду точно. Завтра нужно нам почистить. Что надо почистить? Ну вот. Окей. Алло, Дота, мне кажется, она зависла. Сегодня этих ежей было слишком много. Я даже тюрьму прошла. Ого. Нифига себе. Спасибо, зайчик, Ну, это чтоб ты не пожалуй. говорил, вон, ты точно хочешь играть? Я, если Я же честно, делаю по хотел тебе сами сказать, но там. на боссах ты не ходишь, да, там? Ну, потому что это тяжело проходить и там, ежи, ты должен это понимать. А че с Дотой? Алло. Да я чуть на боссов ходить, пока нужно уровень гнать. На самом деле. Он загрузился, спасибо, блядь. Я обещаю. Кстати, вчера на Рубике, мы вчера ее хотя бы, ну, проиграли, но было прикольно. Если честно, классная игра получилась. Бери моих персов, о которых я играю. Ладно. Беру твоих персов. Окей. На котором ты играешь. Ну, не так, не так. Я не так это делаю. А на самом деле, иногда у тебя сильно, когда ты, я так понимаю, ты, короче, стараешься проговорить и пытаешься как будто сделать вид, что ты как будто не картавишь. Ну, то есть ты картавишь, но ты... Зависит от слова. Серьезно, зависит от сочетания, где именно этот звук. А просто я иногда замечаю, прям когда прям резко прям. Я хоть, ну, естественно, мы с тобой много говорим. Вот, и я привык. Но иногда, короче, прям вот, ну, слышно, что ты иногда у тебя проскальзывает настолько, что ты вот прям вот так вот, типа, говоришь, типа, ну вот так вот. Ну, это смешно, я не знаю. Говорю, зависит от слова. Иногда тяжелее сказать, иногда легче. Ты уж только не обижайся. Да что обижаться, это правда. Сегодня на работе был очень тяжелый день. Вообще прям. Много звонили? Да, очень много. Меня еще, короче, так сказать, поставили в наставники, в молодую группу. Ну, в смысле, в молодую, я имею в виду, только пришли. Вот. И... А ты пиздец. Короче, как? Не то, что И на наставники, а сколько там... времени ты там будешь? Ну, я сегодня ходил, короче, наставничал. Получается, там было... Сейчас скажу. Там были, типа... 15 человек, где-то так.
сейчас я же типа на бонусной программе, да, работаю. И там сотрудников типа будут обучать там просто справочной информацией, вот, консультировать. А если что-то там прям жесткое, да? Ну, то есть там, знаешь, типа вопросы звонят, там, как потратить бонусы, да? То есть это такой справочный вопрос, там, типа, где потратить, то они будут консультировать. Вот. А если там что-то тяжелое, так сказать, то переводить. И это капец. Печально, если честно. Ничего не понимаю. Сердятся, злятся, орут. Типа вот, вот, вот. Что за дела, что за дела? Ничего не понятно. Мне стики несутся вообще? Конечно же нет, блядь. Мне надо кофе пить, мне такое ощущение, что я прям сейчас усну. Так иди спать. Да не хочу. Зайчик. Ну я не хочу спать. Да, все правильно, я не хочу спать. Спать я не хочу. Ну, то есть организм хочет спать, но я не хочу спать. Давай вот так вот это. То есть вы не одно целое, я понял. Да, давно нет. Блядь, ну не говори мне, что ты меня убьешь. Пиздец. А, я стикер все-таки не нажал, да? Класс. Я понял, ну... Сейчас на данный момент не спишь. А через 5 минут вообще хуй пойми. А как он типа будет сидеть? Он тебе не мешает? А, Мась, ты пропала. Он тебе не мешает, говорю? Нет, пока что. Ну ты его вот еще это вытолкни. Ну я думаю, все понимают. Стой, ты что, стрим закрыл, что ли? Кто? Я? Да. Чё? А нет, продолжается, почему мне тогда закрылось? Ну ты зависла сейчас на несколько... Посмотри, там бои не вылетели. Нет, живут. Хилимся, живем. Ну,
как-то стало меньше падать. Че закидал? Потому что ты, скорее всего, под сферкой стояла. Нет. Это на X1, так-то. А. Летят да, уже. Лаги. Какие лаги? Ничего не лагает, ты чё? Не лагает. Я вообще слышу. Ну ладно, я там ничего не сделал. Блин, там фуры инвиз уже, сука. Тут нужен какой-то, блядь, я не знаю, сильвер. Кто его собирать будет? Ну, ты, наверное, сильвер. Хочет тебя. Нахуй ты меня в лесу зажал, блядь. Нахуй ты даггер купил. А чем бы надо было? Даггер нажать. Thank you.
Обидненько. Ну охуеть! А, там дровка тоже с Shadow Blade. Блять, уже сколько Shadow Blade? У ВРки сейчас инвиз будет талант. Правда, на 25-м, но это 25-й быстро будет. У дровки, блять, инвиз. У фуры инвиз. Давай еще пуч инвиз собери, блять. И этот. Бристл Бэк, чтобы вообще заебись было. Не, он заебал. Блять. Давайте что-нибудь сломаем. Но мы не пушим, они что, вот так вот будут туда-сюда за фурой бегать, они сейчас серьезно?
Пиздец, Акс боится. С Тараской, блядь. Дальше фармит. Жесть, конечно. Ну, естественно. Честно, мне это уже что-то подзаебало. Да, типа, уже который раз в файте получается так, что начинается файт, блядь. Так, надо, подожди, надо что-то придумать. Ну, Костик, да? И Даггер. Потому что что-то ебала какая-то. Ровка это, блядь, с ебучим сильным. Слушай, ну это пиздец какой-то. Ну что за хейт? Ой, слушай, все, короче. Это дичь какая-то. Их только что не было, блядь, они все тут. Я не знаю, или я настолько сильно, так сказать, это... Да, там тоже ребята, я так понимаю, уставшие. Там тоже ребята уставшие, пошли тоже сдохли все, блядь. Кто как хочет. Ладно, все. Ой, печальная игра. Унылая. Даже за. Что-то надо, мне кажется, ты плыть начинаешь.
Ой, ладно. Я понял, что мне, короче, для того, чтобы мне как-то это... А, мне еще и мидера дают. Окей, смотрим. Пук. Кого? Хускар? Скай. Да нет. Там, чё он, Юл купит и всё. Омник. Блять. Тем более нет уже. Может, шторм какой-нибудь? Давай сейчас антимага. А, нет, Вайда взяли. Нормально. Не, конечно, понимаю, что ты мне сказал и брать тех, на ком я играю, но тут... Раз уж я пошел мид, то... Увы. Я мог, конечно, взять там какого-то другого героя, но... Они бы тут не вписывались. Их... Я постоянно буду тебе писать, если ты можешь. Да, не знаю. Папа. Блять, ну только не говорите, что Вайпер. Блять. Вайпер. Сука ебаная. Ну я могу в леса уйти, если он сейчас через второй скилл свой ебучий играть будет. Но он меня, по крайней мере, не убьет. На шестом левле своем ебаном. Ненавижу их, блядь. Сейчас в леса уйду нахуй. Она не бесконечная, спокойно. Ну, я бы поспорил, конечно. Дело меня бьет. Thank you.
Так, еще 6 левел ап, но я его, блядь, уебу нахуй. Подожди, подожди. А, он худ купил, блядь, первым при нихуя себе. Он не вайпер. Нет. Неумный. Нет, ну, типа, жестко, да. Я согласен. Но сколько вот у него сейчас магического сопротивления? Да хуя поди уже, да, 40. Ну то, что я без шмоток, блядь, стою и фармлю, это, блядь, пиздец, беда, нахуй. Как бы его прогнобить-то, блядь? Ёбище это ебаное. У него вижен, нахуй, 100%. Он чисто центрики. Он стоит, поставил там, в таком месте. Заебись. Ты, блядь. Я ему нормально так прилетел вовремя. Не, короче, пизду я в леса, это не, блядь, хуйня какая-то, а не фарм. А? Я всегда, когда я слышу, успокаивается. Так её на свадьбе танец красивый получился. Ну это моё мнение, не знаю. У нас? Ну да, можем подрамштайм, конечно, но... Ну нет. Все-таки хочется хоть что-то. Я, конечно, мальчик, да, но даже мне, блядь, на свадьбе хочется что-то. В смысле, чем тебе не нравится песня? Ты че? Какая? Ну и все, не хочу перечислить. Кого? Рамштайн? Ты ебнутая, что ли? Нет, это что играет? А, это-то, конечно. Я думал, ты про Рамштайн говоришь. Я думаю, ты че, ебнулась?
Нет, ты просто начала такая типа говорить, типа, ну вот, типа, что такого-то, нормальная песня. И я думал, что ты про Рамштайн говоришь. А ты перевод этой песни знаешь? Да, я когда-то читала, но уже не помню. Ну, про любовь что-то. А ты знаешь, к кому любовь? Маме, может, сестре? Нет. Ну, девушке банально слишком. Нет, зайчик. Что нет? Не девушке. Не девушке. Отцу? Нет. На миксе. А еще... А... Сестре? Ты... Зайчик, ты в Европе живешь. В Европе что? Он как бы парню своему поет это. Тогда тем более нужно под нее танцевать. Ну вот я тоже после того, как я это сказал, я тоже об этом подумал. Мы же пидорасы с тобой. Да, зайка? Мне больше песня трудная, мне все под китайский ним буду танцевать, если не будет. Кстати, Булдокан звучит гимн кит. Включи потом, мне интересно. Кого, гимн Китая? Да. Не, ну конечно, знал, что ты у меня ёбнутая на голову. Ты мне пишешь-то. Я только сейчас открыл счет, но я в ахуе. Ничего страшного, ты вайпер. Кейба. Вайпер? Да. Я вайпер. Я сказал, ничего страшного, это вайпер. Вот ты прикинь, что я с ним стоял на линии. А, ну тогда ладно. Ну я вайпер, дебила, кусок, ты на что пишешь? Нет, мне показалось, ты сказал, ты вайпер. Ты такая, что нужно грустить все. И в жопу тебя драхать. Это тоже можно. Ого. Матиба! Нормально. Я не нажал кольцо. Вот я устал. А если бы я сейчас нажал кольцо, я бы и Джакира бы убил. И Вайпера. И, блядь, еще что-нибудь. Если честно, я когда вот, не знаю, я вот сейчас вот играю, и у меня такое ощущение, как тут все уставшие. Никто не потеет, все прям так. Под пиво, блядь. Почему? Вайпер потеет. Да как? Не потеет. Снайпер вот. Пытается. Зайчик, нет, смотри. Вот. Блядь, это сложно объяснить. Нет, не потеет никто. Игра на слабо не идет у всех. Почему? Потому что никто не делает там трипл киллы. Нет, солнышко, да видно по же по движениям, что просто типа, ну так, на расслабоне игра. На расслабоне начали. Да.
Это мне, блядь? Кстати, в пятницу ты со мной идешь в комнату, я тебя поздравляю. Ты мне что-то будешь показывать? Ура! Пирамиде, дебил! Так, это уже ларис раздам кто-то. Я не знаю, сможем мы взять эту комнату или нет. Охуенно, меня купол. Я реально устал. Ну, типа как, не то что... Я честно, вот не ожидал, что он сейчас возьмет, поставит просто купол на одного меня. Ну типа, нахуя? Ладно, пойдем смотреть бумажный дом. Че, время, слишком плохо играю. Почему? Просто я вижу, что ты уставший. Сейчас нахуй навалю, блин. Сейчас хочу, сейчас заплатили, сделаю с Наталой, буду жрать. Гимн Китая включай. Сейчас он чё? Почему у меня компьютер виснет? Мне перезагрузить надо, мне, короче, уже комп тупит. У меня все, компьютер начинает умирать нахуй потихонечку. Нет, ну не начинает умирать. Тут много всего скачано, и наверное из-за этого. Нет. Да не может твой комп умирать. Да из-за того, что он зайчик, я его 3 месяца. Ой, 2 месяца назад выключал. Ну о чем речь? У людей годами так нормально. Ага. У людей годами так, ничего. Караску, блядь, купил уёбок. Не. Чё? Опять он на меня купол поставил. Я в ахуе. Я сейчас последнюю сыграю. Если я ее проебу, тогда все, идем точно смотреть. Хотя бы серию. Хорошо. Бери кого хочешь. Кизару послушал, у меня аж настроение поднялось. Гимн Китая. Долбоёб, блядь. Гимн Китая, блядь. Ну, конечно, это могут забанить этими. С чего вдруг? За что? Не знаю. Как
будто какой-то мультик начинается. Я только что хотел об этом сказать. Ну, типа, у него такое. Ладно, да, мультики. Все, мне стало легче, спасибо. Ты еблан, нахуй. У меня просто, в принципе, какие-то лаги непонятные на компе, блядь. Включи мне гимн Китая. Ты, блядь, еблан, просто нахуй. Включи мне, говорит, гимн Китая. Я не понимаю, почему, что происходит, почему у меня идут провисы какие-то ебанутые, я не понимаю, у меня что-то включено, и я об этом не знаю. Что это за хуйня? Ебать, у меня диск 100% грузит. Что тут? А, понятно. Странно, боюсь, что-то не включено. Окна-то, блядь, все запущены. Подожди, я же не могу сейчас это закрывать. Сейчас все равно перезапускать все. А все, ты все повыбивала. Ну, автоматически должно закрываться. Нет, не автоматически, зайчик. О, все, пукаю. И что? Он куда-то пришел. Только что. О, ты пришел. Так долго не был на работе. Я только что пришел, баба, что? Я думала, в 9 часов придет. А ты покушал? Да, баба, все, я покушал. Спокойной ночи. Все переживают, и так отчуваешь. Ну, ты козел, конечно. Ну, потому что она одна тоже задает вопрос. Ну что, откуда? Она с тобой общается? Ну... Нет. Не ну, а слушает меня, господа. Чё, блядь, фраер? Что? Чё, фраер? Не дам больше. Чего, блядь? Ты что слышал? Всё. Сейчас он так сказал. Всё? Я сказал. Охуенно, блядь. Спасибо. Зайчик, ну дай, пожалуйста. Нет, ты с бабушкой не хочешь разговаривать. Почему так, зайчик? Тебя спросить, почему ты с мамушкой не разговариваешь? Я, говорит, не дам. Блядь. А чё, у людей мозгов не хватает, что, блядь, омник нахуй кидает на него, блядь, с пилы? Я думала, ты обо мне живёшь. У людей мозгов не хватает. Думаю, а чё ты мне сделал? А чё я... Смотри, просто они все кнопки, блядь, хуярят нахуй в этого вайпера, блядь, в которого хуй пробьёшь, блядь. Его омник стоит просто в паре метров, блядь, на него щиты, хуеты, блядь, накидывают. Им вообще похуй просто. Вот, я, блядь, буду бить неуязвимого вайпера.
На мне похуй, блядь. Мне похуй, я в танке. Ба-ба-ба-ба-ба, блядь. Ну, типа, по факту они там все, блядь, донные, нахуй. Просто я сейчас как сам как ебла играю. Ладно, все, это сейчас будет ластецкая карта. Типа, если я ее проебываю, все к пизду. Гимн Китая, блядь, включи. Даже мне бабушка зовет. Сейчас. Что? Зай. Угу. Ну чё, чё делаешь? Чего, в кофейню заходи. Угу. Ещё нормально. У меня по третью. Всё нормально, у меня по третью. Это такое, зайчик. Не знаю. Ты вот так вот делаешь? Тектоник. Тектоник, умеешь? Нет, конечно. Я умею. Сейчас давай свет включу. Умеешь так делать? А? Ну мы учились танцевать, я помню. Ну я тоже школяром был. Включи, кстати, Last Hunter. Сейчас просто смотри. Тектоник. Тектоник. Классные.
треки. Трек, вот так вот. Классный я трек. О, нашел. Тектоник классная, обожаю. Так все подписывали, как могу были. Давай, и там сейчас после. О, да. А мы под эту хуйню так танцевали. Ебать, у меня аж ностальгия. Ты знаешь эту песню? О, да. Да. Вот, поехали нахуй. Мы не под эту больше. Помнишь, блядь, шклеровый. Тектоник классный. Ебать, вот эти, блядь, как это, now, you, как там пелось, now you go, что-то, блядь. Какая? Что-то скинуть мне хочешь? А? Аллах Акбар. Что-то мне скинуло? Или что-то мне? Нет. Вот, да, вот он. Я все правильно написал. Она? Да. Давай, хуярь. Пошла, блядь, давай нахуй! Да, у меня все еще такие флешбеки, блядь, из детства, пиздец. Сколько у тебя лет было? Ты... Господи, да вообще маленькая. 11-12, я тоже был, не под эту хуйню танцевал. Бля, пиздец. О, да, это тоже фан. На вход тоже на звонке стояла халута. Ну это тоже пасханкер. Так.
Drum and bass. Что-то у пацанов все хуево. Играл, блядь, на Тетрисе. Может, он учится на андроиде? Значит, понятно. Скажу тебе, нет? Что-то, мне кажется, они стопудово сейчас там ссорятся, пиздец. Не знаю, что, наверное, делать. Я их не знаю. Я тоже. А вот Тетрис для тебя сложный герой? Вот я сейчас играю на нем. Да. Серьезно? Я прыжком не попаду. Не, дальше я не знаю. Там, по-моему, только две песни у него вот такие вот. И все, которые разлетелись по интернету. Хотя да, как. Да, да, чего включаем. Да, дальше там что-то это, ладно. Блять, то чувство, когда запотел, блять, и в итоге нахуй перепотел. В итоге, блядь, игра какая-то нудная. Ну ты еблан?
Если я смогу убить, еще 800 здоровья. Да, смогу. Ну, мы на самом деле здесь можем проебать. Надо пушить на... Хоть 50 раз мы их сейчас убьем. Они стоят нам сейчас два раза тут ошибиться, и все. Пик-то магический. А, так у тебя вайпер с прошлой катки. Нет. А? Нет. Да. Нет. Да? Нет. Да? Слушай, что-то у меня с компом. Мне надо, походу, хотя бы перезагрузить. Ну, во-первых, горячий. Да виснет, блядь, так пиздец. Пизда мне. Сколько я сейчас отдал? Да хуя. Вот, минус один, минус два. А, да, в натуре он. Ну ладно. Все, отъехал. Все, дровка сейчас 1005, наверное, спайка получила. Вот тоже что-то наподобие тоже старенькой песни, классная такая. Ну да, это знаю. Знаешь? Я да? Под нее даже танцевал. Где? Я не помню. Не знаю, что танцевала точно. На дискотеке ходила? Это было громко сказано, на дискотеке. У тебя не устраивали, типа, дискотеку для детей. Но была с 6 вечера до 9. Нет, только лето. Сколько тебе было? Вообще мало, мне. Очень. Меня еще Андрюк проводил, а потом проводил назад. Типа как, не знаю, как это объяснить. Типа просто, что тебе не сидел дома. Это было в деревне, кстати. Я помню, там чередовали, включали такие песни, типа... Современные, а иногда прям такие. Ну так на любой дискотеке. Народные, что вообще. Мы танцевать как бы тут, когда я умею. Ну вот мы и нафидели, блядь. Чего? Ладно, нормально. Пойдет. Пойдет.
А? 92-й уровень. Ого. А похуй, он на БКБ его развел, сейчас там БКБ 0 секунд, блядь. Ну, я не доиграл на самом деле. Плохо сыграл. Был... Что бы я его убил. Я мог сразу поставить центр и его убить. Но я что-то, я не доиграл. Ужасно не доиграл. Да блять, медведя бы ты убил, но ёбаный. Ну ладно, похуй. Да, он одно и то же собирает, видно, блять. Просто играет на лайке. Вот ему так интересно. Вот на вайпере играем. Пацаны, играю на вайпере, классно так. Мне нравится, ничего не нажимаешь. Слышал ты песню, нет? Сейчас послушай. Как поржи. Да? Разве? Научился через силу, я бы заделался маленьким калибри.
Все, сдались они. Сука! А как? Я же... Ну ладно. Пизда. А, я понял. Я, блядь, в него прыгаю, у меня в башке как будто хекс уже куплен. Я думаю, сейчас хекс накину. Прикол. Ну ладно, быстрее. Что делаем сейчас дальше? Что сейчас делаем дальше? Ну, доп играем или чё? Давай. Таиса не наверное? Да. У Леона 0.10, у Медведя 2.9. Ну, там медвежонок немножко неправильно играет. На ком сыграю? Ладно, линия, похуй. Кривые станы, поехали. Не, все там слышу тебя лучше, чем меня. А, у меня тут три сета на такой. А что сейчас шмотки стоят? Ну, кстати. Сейчас стоят копейки, то мы продаваем. Вот который у меня? Лучше мне, да. Слушай, а у тебя же была РК на Алине, правильно? Давно когда-то. Я ее продал, потом взял сефа. Потом позже. Нет, у меня в одно время, короче, было 4 арканы. Это Течес мне выпал, причем с рулетки. Течес, Террор Блейд, Пуч. Течес, Пуч, Шейкер. Эти я не считаю. На шейкере мы до сих пор арканы делаем. Фантомка? Нет, на фантомке у меня, помнишь, был красивый сет такой с косой. Я косу продал, потому что там коса. Нет. Смотри, подожди. Получается тогда 5. Шейкер. Подожди, на... Инвокера, это сейчас аркана? Бэйби инвокер? А, нет, это не аркана. Сейчас, сколько у меня аркан? Ладно, я потом посмотрю. Ёбаный, блядь, пиздец нахуй.
Гандон с ноги убил. Ты чё так его хейтишь-то? Ну, прикинь, Гандон. Ну, блядь, хули получается, некрасиво сделал. Некрасиво, нахуй. Что тебе не нравится? Потому что выбил или что получается? Не под симфонию, блядь. Кто я? А чем тебе хп не нравится? Что для тебя нахуй? Ну чем тебе хохлы не нравится, расскажешь? Так хохлы классные люди. Так, музыка вов. Чем мне не нравится, лучше магну делать хп нахуй. Так это Лина, блядь, это Лине не нравится, а не мне. Ты конюх ебучий, блядь, сопи. Так я вообще ничего не говорил, это Клинкс. Да он ёбнутый, блядь, я ему говорю, бля, ебать он долбоёб. Не, ну это Россия головного мозга, да? Братик, что там? Да он заебал, ебанутый. Как я должен записаться? Нет? У тебя речь чуть-чуть неэффективная. Логопеда, у тебя речь неэффективная. Ну или просто ты отстаёшь развитие от остальных людей. Ну, а нахуя? Ты такой умный? Ну нет, но у меня хотя бы речь не дефективная. А почему тут речь и умственность нахуй? Умственность? Ха-ха, умственность! Это то, что надо. Умственность. А ты сейчас, скажи, ты сейчас под алкоголем или под наркотическими средствами? Я сейчас батю позвоню, пизда нахуй, понимаешь? Не, не надо батю, пожалуйста, я хотел жить. Батя сильно умственный. А он еще, он слышишь? А твой батя знает такого, ну какого цвета пакеты мусорные, нет? Потому что, ну, если хочешь, я могу дать пару адресов, подрасскажу что-то по пакетам. И он уже, или он уже в отставочке. Вот сейчас не понял. А при чем здесь хохлы и украинцы? Я мысль даже потерял. Зай. Что? А при чем тут хохлы и украинцы? Разве? Ну так-то да. Да, я если честно, даже не знал. Я думал, это что-то, это типа смесь белорусов, что типа хохлы. Бля, жаль. Я думал, подожди, почему жаль? Я думал, а почему когда тебе мусора принимают, такой, блядь, я думаю, пожалуйста, больше так не буду, блядь, почему? Так меня мусора не принимают, ты же голова, блядь, незаконная. А ты что-то обиделась на что-то? Не ходишь, получается, правильно? А что ты там говоришь? Я слушаю внимательно их разговор, знаешь, понятно, я ничего не понимаю, не слышу. Ну я дома работаю. Ты дома работаешь? На улицу хожу. Ну мне нечится. А ты что на улице делаешь? А ты что? Ну я иду на работу, я шахтер. Сука. Я шахтер, да. А что ты, подожди, а ты разве не должен быть в шахте там сейчас или туда-сюда? Подожди, не слышу, что. Теперь, вот я тебя слышу, говори. Да, говорю, а ты что не в шахте тогда? Ты сегодня не работаешь? Только на выходной, блядь, может быть, правильно? А у тебя жена есть, ты уже взрослый или у тебя еще... У меня жена, ребенок есть, ребенку 9 месяцев дальше, что в чем вопрос? Бля, ну смерти ему брать.
Что? Я говорю, самого хорошего, я самого хорошего. Удачи, удачи. Спасибо, все, давай. Чего ты желаешь мне, того тяжело тебе, нахуй. Хоть ты хихикаешь, блядь. Чё, ты меня слышишь или не слышишь? Чётко или не чётко? Микрофон покупать или не покупать? Покупать, конечно. Ебать, это что такое, блядь? Ярик, блядь! Ой, блядь. Ярик, вылазь нахуй, пиздец, Ярик, блядь. Нихуя им на похуй. Как-то они залетели. Подожди, это реально? Я... Хохлы, это не угры. Блять, я так понимаю, кто-нибудь с Украины, а этот нет. Я как понял, нет, наоборот. Так, в смысле, не больше ник по-украински написан, блин-то. Клинкс, а ты любишь русских? Ну как, адекватных, с адекватными нормально общаюсь. Ну типа и друзья есть русские, это не особо большая проблема. Ты украинец, да, сам? Да, с украинцами, конечно, интересно очень поговорить. С кем? Уже теплее. А ты из какого города? У тебя тихо там, да? Ну, относительно. Вообще, да, именно там, где... Ну, я сейчас не именно в Запорожье. Я вообще не в Украине, но да, там сейчас тихо. Ну, то есть, значит, там за все время пару каких-то ракет прилетело, но относительно тихо. Ну и что думаешь? В принципе, в смысле что? Ну вообще, что думаешь на этот счет? И прям пизда была по всей Украине. Вот, наверное, первые двое суток было страшно. Страшно, что типа ну, что не будет, блядь, моей страны. А сейчас уже, наверное, блядь, какой-то пятый или шестой, уже полгода, наверное. То я не сомневаюсь, что мы выиграем. Если бы все было быстро, то тогда да, тогда могло случиться все хуево. А сейчас, к сожалению, шансов у противника нет, ну то бишь у России. Как бы хуёво это ни звучало, и как бы грустно для россиян, но такая вот хуйня. Комара убила. Не, ну как бы шансы всегда есть, понял, но это прям очень уже маловероятно. Да ты так говоришь, как будто я тут свечку держу. Блять, надо было ее ульнуть. А вы какой-то плюсик нового? Ты, блять, прикол, слушай. Я даже не знал, что можно задоджить юлом. Не, ну как, типа, можно? Ну, типа, это, ну, жесткий мув, такой очень редко.
Завтра как работаешь? Так же. Сука! Уже не будет. Ёбаный в рот, бля. Что там? Поливал цветочки. Я подумал, что нас прорвало на улице. Или типа там. Долбоёб. Блять, ну только мне. Луна все запортачила. Вот сейчас вот на самом деле, ну это конечно реализация дерьмо была и полная. Но вот тебе вот такой вот урок, что когда ты видишь, что у противника, ну, это сложно сделать сразу же, но этому нужно научиться, что когда ты, короче, кидаешь Ю на противника, да, вот, допустим, вот ты на Луне играешь, это так много. Ой, бля. Далее замахиваешься станом под Ю, противник нажимает на себя, чтобы, типа, Ю... А ты стан отменяешь и ждешь, пока он из Юла вылетит. Вот как это получилось. Секунду мне надо поделать что-то.
Че, 20 секунд? А слышишь, Леон, Леон, ты тут? Леон. Бля, он походу понял, что ну, то ли он чал у него вот за базар, и все, он замутил меня. Ну что такое, бля? Быстро. Да, это по-любому его батя на магнусе, это 30%. Ебать! Прям под ЕУ нахуй. Красота, блядь. Чё, пацаны, как думаете, сколько Польша захавает земли? Чего-чего? Чего захавает? Земли. Это, в смысле, типа нашей? Ну, иднячей. Мне кажется, просто все население Украины в шоке, как можно было поверить в эту байку. Это такая... Ладно, еще можно было бы поверить, что невероятным образом каким-то вдруг Россия распадется когда-нибудь, и типа Украина бы отобрала какие-то земли. Но это тоже такой идиотизм, блядь. Никто не хочет захватывать новое государство. Ну то, что Польша, ебать, чувак, они так помогают. Ну я сейчас в Польше, я гражданин Украины. Это ну просто пиздец. Ну типа вообще нереальная помощь. И тут люди... хотят, чтобы, ну, типа, понял, чтобы наша страна выиграла, не потому что, чтобы нас, ну, наебать. Это же диатиз. Кого, кого на мапе? Это мне, блядь. Я иду. Не-не, это тупо чисто, это чисто байка, байка пропаганды. Огненные поступки. Ну, в эту хуйню я не верю. Позитивно очень он размышляет. А чё, он на... А, он на хосте, блядь, он на хосте. Я думал, его хуйню это, блядь, Сурж, блядь, ёбаный накинул. Чему въебали в итоге? Да, знаешь, это типа, нажму, блядь, наведу суету, нахуй. Ты, блядь, меня заразила. Это мои мовы. Да. Это свои, блин. Ну, ладно, типа, БКБ еще не так страшно. Серьезный геймер?
Быстро. А чё, Юл не жмётся? Можем отойти? Я на базе. Что ты там? Ой, бля, а что я сделал? А, похуй, я на кнопки забайтил. Они на пятерку кнопки потратили. Так что даже хорошо. Ну честно, вот они неправильно делают. Ну типа, чё вот к чему, вот он говорит, чё вас там, блядь, говорит, в мешках сейчас увезут, чё-то такое, блядь, вот это чё к чему? Перерисуй, пожалуйста, я не буду обсуждать, что к чему. Со скоростью пожара. Не, типа, ну, это же неправильно. Зачем так говорить? Зайчик, ты тоже много чего неправильно говоришь, но тем не менее, я же ничего не говорю. А что я сказал? Вот даже эту фигню про Польшу. Чё? Ну, типа, вот сколько деньги Польша откапывает. Ну,
паикаем. Ну, самое время. Как это связано с трупами в мешках? Это не связано, но это тоже ты говоришь, не знаю, бредятин. Парни, мы лучшая команда. За все мои 15 тысяч часов доты. Я вас никогда не забуду. Я не вспомню, правда, но главное, что вы по жизни нормальные пацаны, у вас все хорошо, в политике шарите. А здесь лебедин. Сори, я не Америка, чтоб так саппортить. Блять, выбесил нахуй. Да ранее, я тоже думаю, что с ним попадалось еще хуже. Ладно, думаю, ласт катку сыграю. Бутер пойду с Нателлой сделаю. Спокойно, друзья. Царь вас не оставит. Thank you.
Я не прячусь за армией. Я веду ее. Датчик, ты там, надеюсь, на меня не обижаешься? Я же ничего такого не сказал. А, малыш. Одна нога здесь, другая. Взявай. Говорю, нет. А. Ой, блядь. А чё где пятый?
Приятного аппетита. Гулять. Кто? Ты называешь его пиздюк. Понял. Он тебя гулять звал? Нет. Просто говоришь. Куда-то, не знаю, ну предполагаю, что. Но неплохо сейчас. Бля, только дальше вот что, дизоль какую-то собирать, я не знаю. Или сразу БКБ делать. К часу, да, к часу. К часу, баба, да, да, к часу, да. Почему я так вот разговариваю, смотрю, вот если бы я сейчас так не сказал, она бы дальше у меня вопрос спросила, а почему к часу? И потом еще переспросила, то есть к часу. Вот поэтому я уже, у меня вот так, что типа, да, баба, да, да, да.
Я не знаю, зачем она так делает, но вот так вот она общается. Поэтому меня иногда триггерит. Типа я так реагирую, потому что она, ну то есть, так вот до этого, то есть она может зайти и спросить, тебе завтра ко скольки? К 12. Ко скольки? К 12? Да. Если бы я промолчал, она бы спросила, почему к 12? Во сколько тебе вставать? И так далее. Ну, вот такие вот вопросы. Типа... которые иногда невозможно отвечать. Ну, типа, морально устаешь от вот таких вопросов. Сильно. Тебе здесь не место. Кстати, обратила внимание, он такой, типа, мы когда вот сейчас до этого играли, он сначала про мешки говорил. Поспеши. Типа, это... Сначала сказал, что он... в Украине, а потом в конце уже такой, ну я в Польше. Типа. Ну и они с ОД в пати. И они вдвоем. Я ничего не против, не имею, нет. Ну, все равно, ты, тем не менее, ты чем-то занимаешься. Ну, просто меня разозлило, что типа, ну, зачем так с ним говорить? Ну, а что там, вообще, что ли он ему говорил? Я вообще Лёна не слышала. Что-то про хохлов тема зашла, и они там начали, типа... Ну, так если Лён первый начал, то что там проблем? Ну заебись, блядь. Просто он тупо расстрелялся. Заебись. А при чем здесь мешки? Не знаю. Ну Леон виноват. Ну, я понял. Ну, мешки, при том, наверное, что погибших солдат в мешках домой привозят. Может, из-за этого, я не знаю. Нет, он там начал говорить, типа, что-то... Он там какую-то еще хуйню спиздел, этот на тему войны начал говорить. Да. Типа, что-то там, хочешь поговорить, что-то ладно, там... Ладно, мама меня в него читает, он правда. Ну, сказал и сказал, да и хер. Нихуя себе, я даже поначалу подумал, это иллюзия. Неприятности ждать не буду. Ну да, кстати. Что он прям вообще как-то просто пум-пум. То есть, по сути, нужно в файтах сейчас врываться в снайпер.
спеши. Погоди. Я тебе не послушал. Да дай мне подготовиться. Ну, снайпер там. Я чувствую, что я буду сейчас спать. А он сидит еще? А, он же ушел. Все, все, все. Ну, типа, мне спросил сначала, на работу мне завтра или нет. Потому что нет. Он посидел еще минут 15. Забрал, он отшел наверх и пошел. Че, забрал ноут? Ну че? Пошел наверх, переоделся и пошел пить. Ну и как он тебе вообще? Ты не играй. Есть и есть. Чё? Как-то нейтрально есть и есть. Что есть? Типа что он тут? Ну да. Не, я имею в виду как человек вообще. Да. Нормально. Ну типа прям такого дискомфорта нет. Ну ты что-то насчет Сандры больше букуешь. Нее больше просто тут, в принципе. Потому что он сидит тихонько, ну, то туда-сюда побегает, то на кухне, с кухни наверх, не знаю. У них, кстати, ревность жесткая. Дарка к ним. В смысле, это как? Ну, Дарка с Андреем. Адриану, а Адриан Дар как Сандри. Да, видно. А как это проявляется? Ну, к примеру, вчера Дарк это повез Адриана по магазину за ноутом. Сандри пришла домой. Сказала, она расстроилась, типа, что вот, ее не взяли и да. Потом они приехали. И Сандра уже начала, типа, вот, типа, чтобы пойти гулять. Это сложно объяснить. Это проявляется в мелочах. Нихуя, мы файт выиграли. Может, из-за того, что я ловила больше дискомфорт, когда у нас тут началось спать. Может, из-за этого.
Я, кстати, обратил внимание, что у меня прям какая-то, не знаю, как это объяснить, какая-то ревность, что ли. Да, значит, не можешь, что я тебе скажу, у тебя постоянно какая-то ревность. Ну, все. Ну, в смысле? Ну, ты часто себе придумываешь. Я же не знаю, что там у него в голове. Я тоже не знаю. Но не думаю, что что-то плохо. Ну, там типа... Я просто спрашиваю там без этого. Там, он там ничего не пристает, там ничего такого нет. Да, конечно, каждый день. Я просто спросил. Медузы разваливает. Там ману у нее дохуя. Там типа, блядь, снайпер этот ебучий. Меня больше снайпер, понимаешь, убивал все это время. Ой, он умрет? Заебись. Он должен умереть. А, нет. Да, я не знаю, на байбек. А, мне муншар дали. А кто мне муншар дал? Это не знаю, мне 7000. Вот что мне покупать? Обизл какой-нибудь. Я, конечно, могу купить, да? Но типа... Блять, я не знаю, Бизл мне вообще тут поможет. А что, МКБ? А против кого? Ну что, там никого нет бабочки, медуза соберет бабочку. Ну пока ее нет. Нет, наперед. Вообще-то есть бабочка у медузы, так-то. А, ну, следующим это надо. Ну тут обезу может все равно. Ну там куда бы. Не люблю сидеть без дела. Готов ко всему. Ну, кстати, я сейчас осталась, в принципе, дома одна, и мне страшно, поэтому. На постоянной основе, когда я останусь одна, и мне будет очень страшно. Мне кажется, нормально все будет, зайчик. Наверное, потому что это первый этаж. Типа, страшно, вот там через балкон кто-то залез. Не, нормально, да. Я рядышком, зайчик, все хорошо будет. Ладно. Все. Ну, пиздец просто. Ну ладно, нормально, мы всех разъебали, они все у меня потратили. Ебать! Хорошо, нахуй. Блять. А чё у сварка со шмотками вообще? Где они? Ну типа, у него БКБ и Shadow Blade. Просто пиздец. И это Корнаж. Вот он, Линку 70. Класс.
Он еще и с ботинками. Ёбаный. Пиздец какой-то. И его это проблемы. Не, он ну это. Он писал, что у него там 1000 задержки. Наверное. Зачем так играть в доту? Что? Зачем так играть в доту? Ну это прикинь, чтоб ты понимала. Это вот что вот как вот у тебя лагает, только помножь это на 3. Лайк. Мне не лагает, мне иногда бывает фриз. Ну, хорошо, ладно. Это фризер, потому что это от соединения там от Wi-Fi. Потому что интернет не. Интернет нестабильный из-за этого, из-за провода. Что это за телепузики у дровки танцов? Скилл, блять, этого. Как его? Трента. А. Что за скилл? Третий скилл дает там блок к урону и к регену. Лечится и броня на 20 увеличивается. Это телепузики, да. Ну это из. И там Immortals. И поэтому так. И чё мы типа, как ты спать? Да? Нет, то, что ты говоришь, тебе страшно. Да я спать так хочу, что я сейчас уснул. Блять, это мне сейчас нужно 4 окна запустить, ебаный рак. Что нужно? 4 окна надо запустить сейчас. Ну да. Это много очень. Я сегодня, когда песочницу открывал, ну а я кокну спину. Так, сейчас подожди. Блин, ты завтра дома, блядь, весь день, нахуй. А я блядь, работаю. А я работаю. Наоборот. Ясно. На пятницу на себе езжу. Хотя бы где-нибудь. Чё это? Я на кладбище. Это только что случилось. Чё ты говоришь? Я ничего. Я на кладбище, а ты на Олимпе, ну сейчас умрёшь.
почему? Да, слезы, наверное, закончились. Нет, я их просто не ставила в бол. Тут эти золотые слитки падают. Нужно на склад их закидывать, потому что я не буду бегать их сейчас менять. А что, много нападало, что ли? Угу, уже 5 стак. Стоп, а там вообще 500 штук, по-моему, надо, чтобы обменять. Ну тогда надо сейчас отсортировать инвентарь. И всего вот так вот, прям так вот забить. Угу. Это надо что, получается, склад чистить, что ли? Блять. Ёбаный вот. Так, а стрим-то надо выключить, да? Угу. Зайчик, давай я не пойду на работу. Давай, не иди. Я-то не против.